Солнце же не видно, да? Радуги нет, только сбоку. Да, это. Так было бы хорошо. Карантин, наверное, можно стоять, потому что карантин. Мы пошли обходить театр с противоположной стороны, искать там пандус. Я подозреваю, что пандуса там нету. Скорее всего, только этот. Но мы же все равно гуляем, то есть. У нас этот... разведка. Интересно, при реконструкции этого сквера сделают пандусы нормальные? Я сомневаюсь. Налево. Ой, бомбежка была, дырдочки. Мы вот с Максом пытаемся пройти к фонтану неделька. Единственный путь по бездору. И все. Приехал. Да, тут высокий бордюр. Там лестницы снизу. Вот сверху лестницы. Почему бы не сделать пандусы со всех сторон, непонятно. Сколько лет можно было бы сделать это? Фонтаны выключили. Ну как бы все. Это безопасно. А выше, дальше опасно будет все. Ну, в общем, фонтан посмотрели. Да. В сквере погуляли. Теперь идем вниз по Панфилова. Ой. Сверху можно обойти. Вон там.